Привет, дорогие друзья! В этом видео решил поковыряться я с Nokia 3310. Что-то нахлынула на меня ностальгия. Делал какие-то эксперименты в прошлом с этим телефоном. Налаживал автоподнятие трубки при звонке. Пришлось убрать некоторые детали, такие как динамик. Пришлось припаяться к кнопке. В общем, сейчас буду пытаться восстанавливать это все дело в исходное состояние. Как видите, болты уже кто-то поиздевался над болтами. Видимо, не было звездочки. И понятие у этого человека о том, что есть набор звездочек, наверное, отсутствовало в то время. Так как это, наверное, было довольно давно. Начало 2000-х, имею в виду. Очень много людей ходило с такими. Тут был транзистор припаян, ну, в общем, кому интересно, можете ознакомиться. Будет, наверное, ссылка под видео. Мне придется немного здесь постараться и убрать здесь оплеткой вот эту пайку. Сейчас это, собственно, и сделаю. Итак, сейчас буду снимать припой ненужный. Вставлять сюда модуль таким вот образом. Попробую найти еще и вибратор, чтобы все прям вообще заработало четко. Примерно вот так получилось убрать припой. Флюс безотмывочный, поэтому можно его оставить, можно немного стереть. И сейчас попробую собрать. Так, вот, пожалуйста, аппарат готов. Тут немного измененная прошивка, вот с такой вот графикой там. Сейчас бы... А, вот и батарейка крякнулась. Ну, в общем, вот такой вот аппарат. Можно батарейку восстанавливать с помощью каких-либо других аккумуляторов. Например, вот взять вот такой аккумулятор. Ну, батарея умерла окончательно. Не получается вообще даже потестировать Nokia. Поэтому... Надо будет вот так вот сделать, вскрыть. Вскрывал я канцелярским ножом, просто прошелся по периметру и получилась вот такая вещь. Тут все приклеено к корпусу аккумулятора. Отдираем все это аккуратно. Контроллер отпаиваем. Сейчас я отпаяю. И попробую вот залутить сюда вот такую вот внутренность от вот этой батареи. Посмотрим, что из этого выйдет. Эта батарея вскрывается тоже так же просто. Канцелярским ножом очищаем эту оболочку. Вот. Итак, друзья, аппарат работает, хоть он и выглядит, конечно, убитым, но, тем не менее, можно повспоминать и полазить по менюшке данного аппарата. Вот. Здесь прошивка, как видите, не совсем стандартная, здесь есть какие-то еще, ну, типа анимации. Раньше, по-моему, такого не было в стандартной прошивке. Вот такие вот стандартные мелодии. Тут даже, по-моему, не стандартные есть. Так. Здесь есть какие-то более блатные. Ну, вот такого плана вы, наверное, все помните эти мелодии. Но есть тут еще какие-то вот такие. Также в этих аппаратах можно было раньше создавать самому мелодии.
Сейчас это, конечно, довольно неинтересно. А самое, наверное, интересное для меня в то время были вот эти игры, которые здесь были. Они настолько примитивные, ну, в плане похожие типа на Тетрис. Но самая крутейшая игра была, это, наверное, вот этот. Что он мне тут все время дату какую-то пытается всунуть? Обновленный, ну и что? Что за выкидоны? Он... Это, видимо, глюк какой-то прошивки, что ли? Ну да ладно. Так. Игры. Ну, понятное дело, что Змейка тоже довольно крутая игра была. Многие настолько загонялись в нее, что заполняли полностью весь экран вот так вот. Ну и вот эта игрушка Space Impact. Тоже довольно интересная. Единственное, чего, наверное, не хватало, это возможности еще каких-то наворотов в плане того, чтобы оружие там можно было как-то апгрейдить. Ну, в принципе, для того времени что еще можно было ожидать? Вот такой вот интересный аппарат, который мне почему-то захотелось запустить и немножко поиграть с ним, подержать его снова в руках. Многие вещи иногда почему-то напоминают прошлое и как-то вызывают какие-то интересные чувства, такие воспоминания. Хочется вспомнить те времена, которые прошли, которые уже, ну, можно сказать, не вернуть. Так, я еще хотел вам напомнить то, что вибратор у этого аппарата был просто бешеным. Если помните, вот все увлекались вот такими вот вещами. Ну так, друзья, в принципе, у кого был такой аппарат, ставим лайк, не забывайте. И переходите по ссылкам в описании, кому интересно увидеть, сколько стоит сейчас такая Nokia в AliExpress и как выглядит новый аппарат 3310. Это, видимо, тоже какая-то часть ностальгическая, которая посетила производителя сейчас Nokia. Конечно, раньше это были совсем другие люди, которые продумали вот этот аппарат. А сейчас, ну, в общем, все изменилось. Компания уже не та, но тем не менее, я думаю, тоже довольно интересный аппарат. Может быть, если бы были у меня лишних там, сколько денег он стоит, наверное, 1006 рублей, я бы все-таки попробовал его заказать и протестировать. Но, к сожалению, пока это все остается только в таких мечтах. Может быть, когда-нибудь он попадет в руки и удастся посравнивать его. Хотя, наверное, там и сравнивать-то нечего. Это небо и земля, потому что здесь были совсем другие технологии, другие комплектующие. Тот же процессор, который здесь стоит, он очень слабый. Скорее всего, он будет сильно отличаться по производительности телефона. Ну, в общем, вот такой вот видос. Кому понравилось, оценивайте. Кому нет, соответственно. Ну и спасибо вам за внимание, что смотрели видео до конца. Увидимся в новых видео. Всем пока.